СМС-питання висилайте на короткий номер 1062. Нет там никакого крика, давайте, очень хорошая история. Зрители идут в каждый спектакль, пользуются спросом. Добрый день. Так приходят люди и уходят только с положительным мнением. И художники наши постарались, значит, передали этот колорит. И работали все наши артисты, работали над акцентологией. Ольга Бельмач у нас работает в театре по речевому голосу. И вот она работала, подсказывала нашим артистам, как правильно, как лучше найти этот свой образ и найти этот акцент. Я всегда говорю, театр — это искусство коллективное, и выпускает спектакль не только артиста, выпускает спектакль весь театр, принимает в этом участие. Поэтому работа всего коллектива над этими спектаклями и приводит наш театр к успеху. Но мы еще очень активно гастролируем, и наши концерты и спектакли идут сейчас по многим городам России. Мы только недавно приехали. Какие права трудящихся, на ваш взгляд, уже сейчас формируется спичный репертуар на следующий сезон, на осень. Мы не стоим на месте и движемся вперед. Техническая инспекция труда. Это был директор Белорусского державного академического музычного театра Сергей Пукіта. Я апошній регіональний конкурс ансамблю фольклорної і народної пісні за стагоддя у стагоддя пройшов у Чирикомському районі. У рамках свята відбувся абрад «Бразгун». Це старожитна традиція для жихарів вёски. Погодні вугілі шмат обов'язані. Люди у вёсцы Нарки верыць, што адказ на малітвы у лесе з'явілася крыніца. Вада так моцна біла з-пад зямлі, што падымала каменьчыкі. І гэты бразгат было чуваць далёка. За гэта і назвалі крыніцу бразгуном. У номінацыі фальклорны ансамбль этнаграфічнага кірунку конкурсу «За стагоддзе ў стагоддзе» першае месца заняў ансамбль народнай песні «Равеснікі» Чэркаўскага раённага дома культуры. У номінацыі ансамбль народнай песні перамогу атрымаў ансамбль «Вірбніца» Магілёўскага района. Между Министерством профсоюза главнотарифного соглашения, которые имеют прямого доступа, относится. Сегодня по краине переменная облачность, переважно по полночно-усходним пологам, в особенных районах навальницы. Ветер заходний порывистый, максимальная температура поветра плюс 19 градусов.